Что-то частота ушла. Видимо, зазоры между этими блоками изменились. И земля оторвалась. Все пропало. Ну, не совсем пропало, но почти. Во! Сейчас мы ее подровняем. Так. Вот он резонанс. Вот он резонатор. Вот. Но там дело в том, что если зазоры меняются, скажем, на полмиллиметра, то добротность резонатора может измениться в 100 раз. Поэтому зазоры между рубиновыми блоками, они по-хорошему должны быть микронными. Вот тогда добротность может быть даже 50 тысяч, то есть предельная для рубина. Но вот сейчас она порядка 5 тысяч, это добротность, потому что зазоры там порядка полмиллиметра. Вот, если мы все сделаем правильно, стянем ниточками все этот резонатор, то добротность можно довести. Добротность можно будет довести. А он сам хочет сесть, но я не знаю. Так, да, вот мы. До 50 тысяч. И тогда этот рубиновый резонатор теоретически можно будет включить, превратить в источник энергии мощностью, например, так где-то. Вот этот такой размер, это приблизительно на 1,5 мегаватта рассчитан, расчетной мощности. Так, ну ладно. Стоп, машина.